Нет, итак, в последнем туре высшей лиги чемпионата России я играл с молодым шахматистом Саввой Витохиным. Вот, и было принято решение выйти в ответ на d4, принятый ферзевый. А в случае, если он сыграет конь f3, предложить ему перейти в двойной ферзевый гамбит, то есть тут у белых есть очень неплохой ход c4, это основная линия. Недавно, совсем недавно в матче претендентов Накамура обыграл, по-моему, Прагнанандхао, или как там его, в общем, Рамеш Бабу, да, черными. То есть линия с c5 живая. Алексей Михайлович Безгодов про вот эту позицию написал целую книжку. Причем не только про эту. Про вот эту позицию с конем на g1 даже там есть. Вот. А после dc конь f6 у нас с переменной цвета принятый ферзевый гамбит. Был у белых интересный ход b4, конечно. Вот. a3 это нормальный ход. И даже b4 это не является грубой ошибкой, хотя является зацепкой для хода a7, a5. То есть понятно, что у черных нет здесь и тени проблем. Движок на каждом ходу говорит, что надо пойти b6, поставить слона на b7. Вот. Здесь тоже b6, но я пошел конь c5. Ну и вот здесь он апофеоз, да, я сыграл конь Fe4, он предлагает B6, давайте хоть один вариантик посмотрим, да, что тут могло получиться. Он предлагает вот такую линию. Взяли, и ферзь бьет D1. Если теперь слон бьет D1, то конь D7, у черных полный порядок, хотим поставить F6, E5. А если ладья бьет D1, то конь идет на d5, и после a4 вот такую забавную ничью рисует движок. Конь b3, ладья ушла, конь c5. Ну, я не знаю, такую скукотень мне играть не хотелось, поэтому и вообще ослаблять поле c6 не хотелось. Я сыграл конь fe4, ну, это по движку неточность. И нужно было здесь белым держать напряжение в центре обязательно, потому что черным dc ходить невыгодно. То есть вот рокировка a4, ферзь c2. И вот как-то ждать, когда же черные начнут какие-то размены. Ну и вообще смотреть, как они расставляют фигурки. А после cd, ed белое равенство еще держит, но надо было обязательный ход a4 сделать. Дело не в том, что белые защитили пешку b5, хотя этот плюс тоже у хода есть. Но белые убрали также пешку с a3 из-под прицела слона e7. Ну и после ферзь b6, вот самое важное, что они приобрели ходом a4, это возможность сыграть конь b3. С очень сложной, неясной игрой на 3 результата. У черных изолятор. Белые пытаются его блокировать, а потом будут пытаться отнять. А черные должны доказать, что изолятор обеспечивает им преимущество в пространстве и хорошие шансы на королевском фланге. Рокировка неточная. Здесь я сделал пару сильнейших ходов по стокфишу. А4 отнял поле b3 и ферзь b6, перебрасывая ферзя. В этот момент я выбирал между двумя стандартными ходами ферзь g6 и ферзь h6. Движок ход ферзь g6 одобряет. А вот на коне f3 он неожиданно говорит, что здесь ход ферзь h6 существенно выигрывал в силе. То есть белые обязаны все равно вести как-то коня на d3. На d3 не получается. И вот эта позиция уже со стойким плюсиком у черных. Им удалось вызвать ослабление королевского фланга. И хотя пешки b5 и a3 пока чувствуют себя спокойно, активной игры у белых не видно. Сильнейшим движок считает ход слон f6. Связать коня, чтобы иметь возможность при случае прыгнуть конь b3. Вот как только конь с f3 уходит, перестает защищать коня d4, наш отправляется на b3.
И тоже комп считает, что у белых здесь похуже. А я соблазнился возможностью напасть на мат в один ход. Но это какой-то детский сад. Ход слон h3. Ну, я еще долго думал над ним, но не смог удержаться. То есть, ну, это потеря даже не одного темпа. Посмотрите, белопольный слон черных, вот что в варианте ферзь h6, что в варианте слон f6, долгое время ждет, куда же его отправить. А здесь после конь e1 мне его, ну, недолгое, конечно, пытается сразу на h3 попасть после g3. А здесь я вынужден отходить слон d7. И после f3. Ой, движок настаивает, что позиция после конь g5 для черных благоприятная. Мне казалось, что вот это очень опасно. То есть у белых масса активных возможностей, связанных с игрой на королевском фланге, типа ферзь e1, ферзь g3. И все время пограшивают какие-то шахи на h6 при ферзе на e1, особенно в ответ на слон f8. При случае могут белые забрать на e7 и двигать пешку h дальше. Мне казалось, что вот это совсем не очевидно, что здесь у черных порядок. И поэтому я выбрал ход конь f6. Конь d3, разменялись, и ферзь h6. А здесь настала очередь моего противника ошибиться. Ему нужно было играть f4 немедленно, не опасаясь хода конь g4. То есть, вот до сюда я досчитал. И мне казалось, что это заманчиво для черных, потому что угроз пешки g7 нету. А черные хотят дать шах на e3. Ладью на e8 где-то вывести. Но после сильного ладья d1 движок настаивает, что шах на e3 и дальнейшая батарея ничего черным не дает. Перевес у белых, причем достаточно большой. Это не очевидно, да. И также не очевидно, что черным надо играть ладья d8 и слон f8. Мне как раз вот эта позиция, мне кажется, выглядит намного менее приятной для черных. В общем, f4 ставила меня перед непростым выбором. И хотя по движку не все так однозначно, то есть и после ладья d1 можно бороться и... Ну, в смысле, после f4, конь g4. И после с ладьей на c7 движок просто посмеивается, что никаких угроз белые не создают этим. Вот. Ну, в общем, f4 меня напрягало. После ферзь d2 я поднял опять два подряд сильных комповских хода. Ладья e8, прицеливаемся к пешке e3. И отнимаем поле c7 и ведем слона на b6 или на a5. Ладья f3. Здесь очень сильно было слон a5. Вызвать появление слона на c3. С такой, ну, с игрой с явно взаимными шансами. Я видел ход слон a5, но предпочел сыграть конь e4. Теперь на ладья бьет e4. Мне не нравилось. Во-первых, ну, ладья g3 здесь не так опасно, потому что как раз ладья на e4 для защиты стоит здорово и для контратаки тоже. Явно лучше, чем пешка на e4. Вот. Но есть у белых простой ход конь e2, подвисает на d5. Конь идет на h5, и вот здесь все время удары на g7 есть. Движок посмеивается, говорит, что у белых получше, но не сильно. Ну, я не знаю, мне было очень боязно. Поэтому я взял d-e. И здесь серьезно, мы обменялись ошибками. Ладья f1 стопроцентная ошибка. Надо было ходить или ладья f2. Сейчас объясню почему. Или ладья. Еще лучше движок говорит, что ладья g3. И вот здесь, если. Ну, черные не обязаны играть слон h4. И, возможно, Савва от этого хода, от ладья g3, отказался из-за какого-нибудь, скажем, f6 или слон f6. И ладья с g3 рискует просто вообще никуда не выйти. То есть остаться там до конца партии. И легко представить, что возник какой-нибудь эндшпиль с ладьей a8 и слоном d7 против коня d4 и ладьи g3.
И это будет у черных просто лишняя ладья в игре. Вот. То есть, хотя, ну вот, после ладья g3 немедленно слон h4 ведет к позиции, в которой вечный, вот я вот до сюда где-то досчитал, вечный шах у белых здесь есть почти в любой момент, но этот любой момент всегда можно где-то упустить. Вот. А у черных пешка а такая, ну, достаточно бодренькая. И два слона с ладьей, если белые этот вечный шаг решат не ставить, они могут оказаться даже в случае размены пешки А4 на пешку Б5. В общем, слоны могут оказаться сильнее, чем ферзь с пешками. Вот. А, ну, в общем, ладья F1. В чем же ошибка? А дело в том, что у черных здесь был очень понятный, естественный, смешной ход. Ферзь H5. И хорошего способа защиты пешки B5 нет, потому что F5 это плохой способ. Это пешка E3 теперь при случае подвержена атаке с другой стороны. Пешка F5 тоже всегда будет нуждаться в защите. А условная ферзь B4 ведет к тому, что пешку B5 черные, в общем, до нее сейчас доберутся. Вот. То есть, ну, комп рисует маленький плюсик черным. После ферзь c3, слон a5. Вот тоже такой небольшой. Примерно равно плюс. Слабые пешки a3, c3. a3, e3, b5. Не в полной мере компенсируются сильным конем d4. Потому что конь d4 все-таки переграждает линию слону b2. То есть, слон b2 пассивен из-за этого коня. Вот. Я сыграл ферзь d6 и после ферзь e2 не сообразил, что так тоже можно играть, не сообразил, что место слона на f8. Он там защищает пешку g7 и давит на a3. Здесь у черных, по мнению движка, тоже еще поприятней. А после слона f6 партия резко покатилась к ничьей. Особенно вот здесь с этими разменами. Ну, движок говорит, что ферзь b5 дает белым какие-то шансы, но, на мой взгляд, нет. Я хочу пойти ладья f7, ладья c8, ладья f8, разменять ладьи ценой пешки, и это будет битая ничья. А если слон c5, ну, ладья e8. Вот. А то и не e8, а d8, и выскочим ладьей похулиганить где-то на королевском фланге. Вот. Ну, то есть, после ладья d8 еще ладья d7 появляется идея. И ладья сбивается, ну вот условно слон c5, ладья d8, появляется еще идея ладья d7. Ладья сбивается с опасного седьмого ряда, и это, видимо, ничья. Ферзь d1, ладья c8, ладья b1. Ну, здесь сразу фиксировала ничью ферзь d3. Белым надо играть ферзь e1, черные бьют на a3, белые на b7. У белых вроде бы есть некоторые иллюзии, они давят на g7, но у них тоже немножко ослаблен король, угрожает при случае ферзь c1 или даже ладья c1. Вот. Ну, понятно, что слона d7 черные не оставят под боем. А ладья c1, там ладья b8 шах, да, неприятная. И после слона c8 король f2 и ферзя черный брак. Давайте покажу. Был ход ферзь e1, ферзь a3, и теперь есть ход ладья b7, потому что не опасно ладья c1 из-за ладья b8 и король f2. И нельзя брать ферзя, потому что ладья бьет c8 шах. Вот. Но понятно, что черные не будут ходить ладья c1, а просто отведут куда-то слона, теперь грозит ладья c1. И вроде как это битая ничья, потому что на слон b2 ферзь может всегда прийти условно на g6. И видно, что играть становится нечем. Я сыграл ферзь d5, тоже ничью не выпускает и даже оценку как равенство не меняет. Обязательный ход f6, слона d4 надо подрезать. Здесь, конечно, было намного сильнее b5 с идеей ладья c4 всех выпнуть и согласиться на ничью. Вот. Но
Я сыграл слон c6, отдал линию c, взамен получил линию а. Вот. Ну, битая ничья, движок говорит, что надо аккуратный ход h6 сделать. Ну и король f7 сильно не ругает. Но почему ферзь d3, вот где вариант, который я показывал, намного был надежней? Потому что здесь вот хорошо, что цейтнот кончился, 41-й ход. Я чуть было не сыграл ферзь d7. И после ладья бьет c6, мне стало бы, скажем так, не по себе. Ферзем бить нельзя, он связан. Пешкой нельзя бить ладью, потому что и ферзя съедят. Ну и размен ферзей ведет к тому, что черные без слона. Тем не менее, нашел себе мужество пойти король g8, теперь ферзь d7 уже грозит. Ну и здесь аккуратный ход ферзь d6. И после ферзь g4 мой противник предложил мне ничью. Самое смешное, что движок рисует как самую четкую ничью ход g5. Ферзь h5, король g7, пешка g5 защищена ладьей, ферзь g4, король f7. Конечно же, g5 я ходить бы не стал. Вот. Сыграл бы, скорее всего, h6, это вторая линия движка. И тоже с оценкой равенства. Вот. Белые могут играть на победу только если они поведут вперед пешку g. Это, безусловно, оголит их короля и даст черным серьезную контр-игру. Но пока белые не начали играть на победу, оснований играть на выигрыш у черных тоже нету. Поэтому ничья такой вполне закономерный результат. Ошибались оба. Где-то позиция оказалась более опасной у меня, где-то у моего противника. Ну, такие качели. Не очень такие большие, прямо вот так вот, чтобы из стороны в сторону. Так вот, чуть-чуть. Вот. Ну и в целом, в общем, результатом я недоволен. Мне кажется, что плюс один, это я был вообще не прав, что набрал всего плюс один. Но там факторы, которые помешали выступить лучше, они не только шахматные, конечно. То есть вот при подготовке выяснилось, что все-таки было несколько ошибок именно с моей стороны, вот не со стороны команды. Ну и в целом турнир достаточно тяжелый, да. Играть умеют все. В цейтноты лезть нельзя, а разгадать намерения противников хочется. То есть, ну, ключевая ошибка была в том, что лез в цейтнот. Ладно, всем спасибо. Считайте, что этим роликом я завершаю не только рассказ о вышке этого года, но и готовлюсь к высшей лиге следующего. Ну, сначала к первенству Урал. Спасибо за поддержку. До свидания.